Сегодня 13 мая 2016 года. Мы пришли на Рыжковский пруд. Ну, вот идет как уровень какой. И ниже туда метра на 3, наверное, вода, которая идет из пруда. Ну а пруд, вот он какой. Его можно показать даже. Даже видно будет. Сейчас я покажу его. Ну, здесь еще можно, конечно, помочь. Да, я скажу, сколько здесь. Это 50, ну, примерно 70 метров ширина его будет. Ну и где-то 120, может быть, 130. Даже больше будет больше, здесь. Больше, 150. Потому что там будет до тех пор вода будет. Да, если на 2 метра поднимется. Конечно. Это Рыжковский пруд. Дальше этого деревни не было. Это последний дом был. Здесь жили Потеряевы, основатели Потеряевки. А она за них, дочь вышла. Ага. Или сын их взял, дочь Рыжкова, прижала Рыжкова. Ага. И пруд так называется Рыжковский пруд. Ну, тут уже надо кто-то, чтобы селился. Иначе тут все выдерут, и доски, и все утащат. Да, ну неужели? Все, все. Ну, вроде далеко от этого. Все утащат, абсолютно все. Ой, крохоборы. Нет, это все. Рубероидом у меня крыша была крыта маленькой кельей. Уехали мы домой, все сняли. Ну, все, глина размокла, пропала все. Ну, да. Все. Я гляжу около лагеря, кто-то стоит, я скорее туда. А он на машине, он схватил рукомойник и в машину уехал. Рукомойник старый. Ну, как Расул Гамзатов пишет, гора, говорит, на горе, а вор на воре. А, раз Бога нет, поэтому греха никакого нет. Да. Ну, вот здесь мелко, здесь не больше метра всего глубина. И вот мы думаем, можно это сделать или нет. Вот эта вот ширина его сейчас, ну, допустим, даже 30 метров. Ну, глубина метра 4. Ну, и ширина метров 8. Более, да. А? Ширина? Нет, вот это вот, дамба. Вот это, до метров... Ну, 8, ну точно такая же, прям. Ну, 10 возьмем. Ну, 10, да. 10. Вот здесь это убрать, все, и начать. А, брать только отсюда, туда трактор не загнать. Туда нет. Только когда уже будет здесь уже все утрамбовано, тогда он может перейти туда и вверх добавить оттуда. Да, да. Тут только прорва. Ну и вовремя заложить все, что требуется. Лишнюю кучу навалить, а потом точно так же сделать спуск воды. Ну, а под спуск там, чтобы плавно уходило. Я думаю, так вот. Все, вот хорошо, что мы... Дыры все это, значит... Вот тут это все завалится. Завалится, ага. Прямо посередине. Прямо тут не... Это, ребята, ну это... Так это бобер грыз. Бобер, видимо, да. Бобер. О, сколько он их на... Я думал, наши ребята тут брали. Нащелкал, да? Ну, на... А нет, там это на закрепление берут. Я понял. Ну, может быть, и они брали. Нет, нет, это зубы. Зубы, вот она. Это его зубы. Это его зубы, ага. Это не ножовка. А вот есть прям ровные. Ну, а ну-ка. Это тоже зубы. Ну, это зубы. Все зубы. Это... О, если бобры есть, они источат нам всю эту плотину. Надо что-то с ними, борьбу какую-то. Ты где-то тут видел дыра-то? Где она у них? Да, и там, и здесь. Вон там здоровая дыра. Ну, вот тут большие норы, они тут живут. Это вот они провалили, это, видимо... Норы были большие. Может быть и так. Может и так. Оно показано уже там провал. Вот какое дело. Ну а дальше там лесополоса, видать. Да. Ну, это вон, уже. Вон улет, наверное, вон кто. Это? Андатра или кто? Это андатор, это небольшая. Ага. Я его не найду я где она. Надо же. Привет. Нет, мне ее не зацепить. Как змейка, ну да, далеко. Это андатра, это маленькая крыса водяная, ага. Из Америки, говорят. Если бы я был хороший съемщик, то я бы увидал, где она плывет. А-а-а. Вон она нырнула. Все. Ладно. Ну все, пошли. Значит, тут и бобры. Это делать только осенью, не сейчас. Конечно, конечно. Да когда вода нет. Уйдет ниже, да. Вот это тут может даже сухо быть. Да. Она не будет пребывать, ну и все. А тут можно так временно тут загородить, чтобы вода поднималась, а тут ушла, которая тут уже есть. Чтобы она вот этот прорыв, новая вода не поступала. Когда жара будет, тут можно будет там поставить доски, ну и землей, глиной замазать. Оно удержится, это все. Вот, это деревня наша, Потеряевка. Это последние дома были, вот тополя, которые говорят. Тут Бухта жил, фамилия его. Бухта, видите как, люди какие приезжали. У нас слово украинцы не знали, всегда отец говорил хохлы. Они сильно отличались от староверов. Чисто, нечистая посуда, они не знали. Поэтому кладбище одно было старообрядческое, двоеданское. Это перепелка вылетела. Тут всякая птица есть. Я как-то насчитал, 53 разных птицы знал я.
чайки, сколько пород, кулики. Угу. Вплоть до вальшнепов. Сибисы, наверное. Одно время здесь удоды были. Удоды. И я их детишек принес ребятишкам показать. Вот запись. Показать тут Рыжковский пруд. Видите, какие норы. Огромные норы. Ну, тут человек пролезет. Размер какой. А это вот на этом уровне был снег. Это бобры. Ой-ой-ой, сколько они большие, маленькие все. Где-то бобровые хатки тут должны быть, где он ел. И у него, видишь, как проход-то какой к этому. Вон, смотри, как по воде-то. Видишь, пустое место. Вон дорогу-то расчистил-то. То есть, где лежит камыш, а тут у него пролом. Вон как идет, под низ туда идет. Ну, это попросить его можно отсюда. Вот он, Рыжковский пруд какой. Я сейчас покажу его здесь. Хотя бы не до конца. Красивый, вокруг березки. Но если воду поднять на 2 метра, вот этот вот участок, второй луг, он тоже займется. Ну, немножко займет, да. Тут воды много прибывает, с 2 лугов, что тут говорить? Ну да. Тут лишняя вода, надо убирать куда. Вот так. Не ожидал я тут бобринное царство, прямо бобринное. И там березки растут, видите, как все хорошо. Вот если бы Господь благословил, можно было этот пруд тоже начать делать. Отошел.